Ну, хватит уже. Артём там, небось, не загорал. Ну как, паря, достал дрезину? Да, слышу, слышу, тарахтит, родная. Ай, молодца. Теперь тебе к лубиномойке надо. Только ты уж там того, аккуратненько. Народец там не хти, прям скажу. Все как есть по ней. Так что, если чё, то и как говорится. Ха-ха.
проходим! Я пошу старику метнулись, и суку эту мне достали. Доходчиво выражаюсь. Прячься, сука, прячься! Мы, блин, такими пики смазываем! Тебя пойду, как найду, буду медленно на ремни распускать. Я тебя покажу. Что я тебе скажу, Катлина? Можешь садку уже сейчас, потом и на это времени не будет. Ща я его. Я же знаю, где, сука, это. Сейчас прошу, как спал. Короче, блядь, сучару губоса! Или ты сейчас сам вылазишь, или я тебя найду, но ты тогда реально попал на... Нет,
Вот сука мне! Вот это сука! Hey!
караван торговцев прибыл. Вот это да! А я в вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Ох, хороша! Сразу видно, хоть... Дядя Артем, а вы Мишку моего найдете? Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама! Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артем! Большущее! Артём, поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. И я твой должник. Артём, поднимайся быстрей. Привет, Артём.
вот гляжу, вот она курая. Новая, ребенок. Я только успел, что Господь сохранить сказать. Я
Я здесь. Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Четверо утрапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артём, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе! Прекратить базар. Артём командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Артём, может, дождемся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснет. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Может, лучше ночи дождемся? Отдохнул? Ну, самое время. Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем.
Всем напоминаю, после захвата буксира мы с Сэмом и Идиотом возвращаемся на Аврору. Артём и Князь с Крестом идут на буксире к мосту. Удачи нам всем. Смотри, слева. И чего было туда лезть? А что там в Астрахани вообще? Ну что, рынок один, сам-то город того. А причалы уцелели. Ну и как, река очистилась маленько, торговая артель собралась. Я тоже там начинал. Да, здесь пока уйдут. Причалы дезактивировал. А чего там-то? Ну а где? Все же город большой был. Место для рынка лучше не придумать. Бандиты, правда, потом все к рукам прибрали. Вот Кэп наш и ушел на вольные хлеба. Ну и наши с ним. Внимание, справа! А как же туда теперь ходить? Ну вот так. Договорились мы со астраханскими. Наш товар они подчистую выкупают, а мы у них заправляемся по льготному тарифу. Ну а потом поднялись по реке, завезли кому что с юга надо. Товар у местных собрали и опять на юга. Красота! Ну и быстро, это тебе не бичевой ходить. Понятно. Ладно, пойду я. Давай, герой, бди.
Осторожно, справа. Можно подумать, кто-то нападать собирается. Ага, сейчас. Начальству идти, конечно, неохота, но тут точно придется, а то так изгноят тут. Да уж, определили, так определили. Ой, как всегда, в общем. Ну, чего уж теперь. Черти куда. Вот вечно так. Ни разу еще в нормальное место не попал. И нахрена так жить. Смотри, там на борт можно. Давай я их отвлеку, а ты туда. Прячься здесь и жди
Опять ничего. Стой! Кто идет? Все-таки никого. Какой-то я в последнее время нервный. Что случилось, а? Что-то там есть за колонной. Группа, слушай мою команду! Найди и обезвредить противника! Противник! Огонь! Его заметили! Огонь! Все, отвоевался я. Я сдаюсь. Выбора нет. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята, готовимся к отплытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем.